Встреча с горожанами началась с отчета правоохранительных органов. Главная тема – безопасность дорожного движения. По сравнению с прошлым годом, количество ДТП в городе уменьшилось. Особое внимание отделам ГИБДД уделяется профилактике детского травматизма. На территории города мы ведем ГИБДД, регулярно рассматривается вопрос профилактики детского дорожного травматизма. А также освещаются в СМИ, проводятся беседы как с детьми, так и с родителями. Тематика встреч сотрудников ГИБДД с детьми и родителями не только направлена на допущение нарушений ПДД детьми, но и самими родителями. После закрытия Урицкого путепровода на ремонт жители города озвучивают альтернативные возможности переезда через железнодорожные пути. Многие предлагают открыть ватный переезд в районе мясокомбината. К сожалению, на сегодняшний день это сделать невозможно. Стандарты эксплуатации железных дорог изменились за последнее время. Этот участок пути находится в зоне разгона торможения железнодорожных составов, которые прибывают и уходят со станции «Армавир-1». И несмотря на наши неоднократные обращения, еще до начала ремонта вопросы поступают достаточно регулярно. Российские железные дороги отвечают отказом. В декабре жители многоквартирных домов получили первые квитанции по начислениям на капитальный ремонт. Но при попытке их оплатить возникли проблемы. Связаны они с работой банковских служб. Руководство банков краевых, расположенных в Краснодаре, вовремя не довели сведения об открытых счетах до своих подразделений в городе Армавире. И многие жители столкнулись с тем, что, обращаясь в банк и оплачивая платить квитанции, им получали отказ в приеме денег. И вторая большая проблема, я считаю, очень большая проблема в том плане, что банки сейчас берут непомерно большие комиссионные за то, что принимают наши деньги за квитанции. Сегодня процент сбора за данный платеж не должен быть выше тех процентов, которые есть за коммунальные платежи. А чтобы вашему руководству было легче в этом вопросе разобраться, мы подготовим завтра обращение на одного из заместителей губернатора. Я уверен, что действия организации, которая занимается сбором платежей, по проценту сбора быстро поправят. На собрании также заслушали отчет участкового. После глава города провел прием граждан по личным вопросам. Ирина Рухлядко, Евгений Холманский, служба информации канала РЕН-ТВ, Армавир.